Всем большой привет. Сейчас я вам показываю температуру вот в этой трубке, на этой трубке. Видите ее температуру 43 и больше. И вот температуру рядом. Видите, на трубке она горячая, вот эта трубка. Она из меди, темная, покрыта. И температура на ней уже выше 40 градусов. Вот 40 и даже выше бывает. Всем знакомы вот эти вот светильники, квадратные светильники, которые широко применялись для освещения с помощью люминесцентных ламп. Сейчас они активно заменяются на светодиодные, более экономичные. А сами корпуса зачастую просто выбрасываются. Они представляют из себя вот такие вот четыре ручья. Бывают двухручьевые с лампами, которые находятся в фокусе параболических отражателей. То есть вот это вот отражатель из алюминия, которая фокусируется на этой самой лампе. То есть лампа, если мы его, идея заключается в следующем. Этот светильник можно превратить в солнечный концентратор. А если мы эти лампы заменим на трубы, трубы можно делать из ППР и полипропилена, и получается два коллектора, но это уже коллекторы с концентраторами. Сверху будет покровное стекло и будут очень маленькие потери, а температуры они будут нагонять в фокусе этих концентраторов гораздо больше, можно 100 градусов получить. Но я сейчас просто не настроил свой пирометр. То есть идея очень простая. Ну вот трубка вот эта вот, она нагрета уже более 40 градусов. А коллектор поместится внутри и будет выходить всего два патрубка по диагонали. Вот такая идея простая. Сделать солнечный концентратор из старых светильников. Спасибо всем за внимание.